Так ти говориш, що вони звалили. А манатки їх все ще там, да? Вся наркота. Так і є, дружище. Братва не уїхала, но мед вони з собою забрали. Хм. Чого-то я не вкурюваю. Я, братва, я все ще здесь, друг. А остальные свалили. Я и есть, братва. Слышал, некоторые говорят, что паркур — это французское искусство быстро сматываться. Уж не знаю, это они тупые или хейтеры. Не могу решить. Вот для меня паркур — это свобода. Могу отправиться, куда захочу, в своем городе, по своим правилам. Когда я был в банде в Москве, полиция вечно пыталась меня поймать. Толстозадые дебилы на полном серьезе за мной гнались. Пыхтили, кряхтили, через бордюр не могут перепрыгнуть. А теперь начинаем веселье. Время пробежки, старина. У тебя 10 минут, чтобы добежать до третьего этажа госпиталя Припяти. Это южнее. Я смотрю. Так что давай по чесноку. Как-то я староват для беготни. Черт.
Отлично! А ты меня впечатлил, старина. Теперь время реальной проверки. Так ты разогрелся, старик? Кровь бурлит? Сердце колотится? Просто уфу. Дай-ка отдышаться. В моем возрасте физические активности как-то выматывают. Теперь проверяем волю и веру. Основу настоящей силы. Чтобы показать себя, ты должен спрыгнуть с крыши. И чёрт вниз не смотреть. Что? Ты сбрендил? Кстати, старина, меня зовут Сашко. А теперь вперед! Боже мой, да ты реально это сделал! Да ты долбанутый, старина! Вот это ты дал! Послушай, ты чокнутый, но ты мне нравишься. Присоединяйся ко мне. Ты же сам сказал, что нар мешает вести дела.